Всем привет, мои подписчики и гости канала. В этом видео я делюсь своим рецептом приготовления рагу по-кавказски. Такое рагу получается вкусным, ароматным и пряным. Приятного вам просмотра! Для приготовления необходимо замочить заранее полстакана фасоли на 7-8 часов. Затем сварить ее до готовности. Жидкость готовой фасоли сливать не нужно. Крупную головку репчатого лука нарезать средним кубиком. Также средним кубиком нарезать морковь. Четыре средней величины картофеля разрезать на 4 части. Крупный баклажан нарезать кубиком, равным по величине нарезанного картофеля. Таким же кубиком нарезать мелкий кабачок. Небольшого размера болгарский перец очистить от семян и нарезать средним кубиком. Также поступить и со стручковым перцем. Всем помидор, сливок очистить от места скрепления плодоножки и нарезать средним кубиком. Четыре зубчика чеснока раздавить плоской стороной ножа и мелко порубить. В казане объемом 2 литра разогреть 80 мл оливкового масла. Закинуть в казан нарезанный лук и морковь и готовить на среднем огне 5 минут. Затем закинуть в казан баклажаны с картофелем. Перемешать и готовить под крышкой 5 минут. После чего налить стакан воды и довести до кипения. Затем добавить перцы и помидоры.
перемешать и готовить под крышкой 8 минут. По окончании времени добавить вареную фасоль, чеснок, чайную ложку соли, 3 чайные ложки черного перца, чайную ложку хмели-сунели и столько же паприки. Перемешать и довести до кипения. Готовое рагу посыпать вашей любимой зеленью. Подать в глубокой тарелке, пока еще теплая, и можно наслаждаться вкусом и ароматом рагу по-кавказски. Благодарю за просмотр этого видео. Надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!